появилась вот идея установить такую своеобразную скульптуру, посвященную нашему продукту, именно к празднику юбилея комбината. Долго искали, кто нам сможет сделать такой памятник именно с мозаики. Как результат, скульптор-монументалист Глеб Отчик смог осуществить вот наше задуманное. 23 ноября у нас прошло торжественное открытие этого памятника, как сейчас его называют уже. Внутрь памятника мы заложили капсулу с посланием потомков, чтобы они берегли качество этого продукта. Был проведен конкурс на лучшую оду, посвященную сгущенному молоку. В эту капсулу было вместе с посланием положена и ода, которая получила главную награду на этом конкурсе. Сейчас памятник, можно сказать, такая своеобразная визитная карточка уже стала Рогачева. К нам приезжают гости, все хотят сфотографироваться рядом.